В Видновской гимназии прошла просветительская акция, инициированная партией «Единая Россия» под названием «Диктант ЖКХ». Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства могли проверить и улучшить свои знания, ответив на вопросы теста, состоящего из 30 пунктов. Данную акцию поддерживает активно Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, а также некоммерческое партнерство ЖКХ «Контроль». Наша партийная организация, возглавляемая главой Ленинского городского округа Алексеем Петровичем Спасским, как секретарем, также получила вот такую задачу провести эту акцию на территории Ленинского городского округа. На решение теста отведено 30 минут. Кроме тех, для кого тема ЖКХ связана с профессиональной деятельностью, в акции приняли участие эксперты данной сферы, муниципальные депутаты, сотрудники администрации и активные жители. Прежде всего, эта акция направлена для жителей, для того, чтобы уверенно взаимодействовать с управляющими компаниями, понимать, кто является ответственным за повседневные срывы, допустим, в подаче тепла, электроэнергии, как улучшить работу управляющей компании, как проводить общие собрания, ну и многие-многие бытовые вопросы. Диктант считается решенным, если ответить правильно минимум на 25 вопросов из 30. В случае успеха участник получит электронный сертификат, подтверждающий знания в области ЖКХ. Много вопросов, то есть я так сейчас пока пролистала. Думаю, что здесь все, общий комплекс работы управляющей компании, работы жителей самих, предоставление коммунальных услуг, работы органов местного самоуправления, ну и, соответственно, там и федеральных служб в том числе. Акция продлится до 14 апреля. В течение этого времени любой желающий может пройти онлайн-тестирование на сайте школы ЖКХ. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.